чем можно порадовать себя в дождливую, серую, осеннюю погоду? Ну, конечно же, вкусной и полезной красной рыбкой. Витамины и микроэлементы осенью для организма жизненно важны. В морской рыбе их в избытке. На прилавках палтус, нерка и гордость продаж – самый крупный вид тихоокеанских лососей – чевыча. Палтус и чевыча. А почему именно это? Ну, потому что уже брали вкусное. Витамин D в первую очередь, а во вторую – вкусно. Вкусно же, не правда ли? Я люблю чевычу. Вот все соленую. Ну, копченую и икру взяла. В основном из-за вкуса, конечно. Она мне нравится. Я каждый раз в первый день прихожу. Я им благодарна. Также на выставке продажи икра и рыба камчатская есть другой камчатский деликатес – это икра. Состав натуральный, как уверяют продавцы, только соль и сама икра. Она богата витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Здесь вижу икру. Я всегда прошу, чтобы он ложечку мне эту поднял и опустил. Все время беру, покупала. Пробовала все у них. Мы ни колбасу, ни мясо не едим. Поэтому на завтраке мы всегда едим икру. Бутерброды с икрой. Ну, я вроде думаю, может, для пользы дела. Может, йод там какой-то содержится. Все-таки мы уже пожилые люди. Успеть приобрести и попробовать свежие, вкусные, любимые рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер». Рядом с центральным входом она будет работать до 8 октября включительно. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» ждет вас.